Друзья мои, всем привет! С вами снова я, Артём, и опять я в автомобиле, потому что не могу я сидеть на одном месте. Очень много работы, погода классная, хочется везде кататься и зарабатывать деньги. В очередной раз позвонил наш подписчик и клиент нашего магазина zookool.ua с просьбой приехать к нему, помочь по подбору оборудования для креветки Розенберга на его ферме. Мы ему в процессе работы этого года уже продавали много оборудования. Сегодня цель приезда — это просчеты и анализ будущей фермы, которую он будет строить. Это будет в другом видео. А сегодня хочу показать ферму по разведению креветки Розенберга. Город Запорожье, Юрий, подписчик нашего канала. Давайте посмотрим. У данного клиента все получилось с креветкой Розенберга, хотя он тоже не сильно в это верил, что у него все будет четко и гладко. Это один из немногих людей, у которых от начала до конца, без каких-либо происшествий, результата он достиг. Я остался доволен и готов вкладывать дальше хорошие средства для того, чтобы увеличить объемы и сделать с этого действительно серьезный бизнес. Поэтому давайте смотреть. Для тех, кто не в теме, креветка Розенберга — это новый бизнес, интересное направление, но очень много но. В этом направлении я помогаю, сопровождаю, даю опыт, но, как и говорил в других видео, полная консультация по креветке Розенберга — это за отдельную плату. Потому что здесь можно как и наломать дров, и сделать кучу ошибок, которые приведут к тому, что вы будете недовольны этим направлением. Поэтому смотрим ферму города Запорожье и подводим итоги. Приехали на место. Юрий не поленился для того, чтобы было куда расширяться и расти. Приобрел недалеко от города Запорожье домик с большим участком земли. Ну и вот построил уже за этот год вот такой вот первый бокс, первое помещение 12 на 8, где разместил первых два бассейна. Сейчас мы будем заходить вовнутрь, смотреть, буду вам показывать. Но за этот год человек получил уже результат и пошел на расширение. Чуть позже я вам отсниму видео, как Юрий на своем частном угодье уже запланировал и начал строительство уличных водоемов для выращивания креветки в летний период. Поэтому в этом боксе все получилось. В помещении все получилось, и давайте смотреть. Ну вот мы заходим в помещение, с которого Юрий начинал свою, кажется, трудовую деятельность и тестировку по выращиванию креветки Розенберга. Это помещение, старый дом в селе. Для того, чтобы не строить ничего, дешевле купить где-то в области небольшой домик, и можно даже с этого начать. Ну вот что мы видим. Здесь вон стоят ящики, в которых потом креветка прячется. Вот первый бассейн, с которого человек стартовал. Юрий, как и многие из вас, начинал с минимума. Сейчас этот бассейн ему уже просто не нужен. Идем дальше. Холодильники, в которых люди заготавливают еду. Так как дом в селе, очень много вокруг растет зеленки, которые можно добавлять в пищу. И крапива, и укроп, и листья салата, и собирают и тыквы, и кабачки. То есть все, что есть во дворе, все можно. Вот бассейн, в котором плавают у Юрия именно уже подрощенные креветки. Везде установлено оборудование, которое куплено на сайте zookool.ua. Все подбирал я. Он установлен компрессор. Тут простой вариант фильтрации, головки, мочалки. Это всех обслуживают.
Почему сверху накрыто тентом таким? Потому что уже в этом размере креветка имеет свойство выпрыгивать, поэтому лучше всего накрывать. Как я говорю тоже, для всех прудов, бассейнов с креветками надо большое количество кислорода, установлены грамотные распылители. Все, потому воздуха много идет. Ну тут сейчас я не буду доставать ящики. Креветка действительно в большом размере. Они тут ее подращивают для того, чтобы уже можно было продавать в рестораны. Потому размер, средний размер креветки в этом бассейне с ладошку. Для меньших потерь тепла утеплили это помещение. Видите, просто стекловато и сверху пленка. Потолок включительно. Вот мы заходим в наше помещение. Подход Юрия мне очень импонирует, потому что человек сразу все делает надолго. То есть соорудил такое здание с оцинковки. Все. Заходим сюда. В помещении очень повышенная влажность. Вот, включили свет. Стоит два бассейна больших, пленку ПВХ покупали у меня. Потому кому нужна будет правильная пленка для изготовления вот таких бассейнов, пожалуйста, обращайтесь. Почему говорю правильная пленка? Потому что бассейны, которые вот эти вот Intex, Perintex, это быстро, это недорого, но это не очень надежно. Вот такой вариант. Делаете каркас, застилаете, ну лучше всего еще под низ кинуть какую-то подложку, типа геотекстиль, что-нибудь мягенькое, и сверху кидаем вот такую нахлёст, вот такую пленку ПВХ. Размеры помещения, я думаю, вы видите, большое. От А до Я все делали под моим четким руководством, потому что с данным заказчиком я делился всей информацией, которая у меня есть. Единственное, я не контролировал вопрос вентиляции. Это я в этом не специалист. То есть по мне было создание правильно прудов, то есть схемы, разводка оборудования и так далее. В бассейнах вы видите опять эти ящики, креветки. Очень много. Здесь она сидит среднего размера. Установлено оборудование. Тут же происходит на столе процесс нарезки пищи. Вот система фильтрации. Так называемый биофильтр. Эконом варианта, который можно сделать с помощью нашего оборудования включительно. Креветка сидит разного размера, и побольше, и поменьше, потому ну, креветки действительно валом. В стандарте куча воздуха, помещение очень тепло. Юрий отапливает помещение с помощью котла твердотопливного. Вот у него система разводки, все остальное, все заходит в водоем. Помещение тоже, стены, потолок, все утеплено, то есть здесь реально термос. Для того, чтобы меньше было затрат на отопление, лучше всего изначально хорошо вложиться и максимально сделать все правильно. К разговору по поводу этого помещения. Как я и говорил многим из вас, и говорю во всех своих видео, что если вы хотите с этого сделать бизнес, это не в 3 рубля. Здесь с 1000 с 2 долларов нечего сюда и соваться. Потому что только таких два бассейна плюс там система фильтрации выйдет не 1000 долларов, а еще построить помещение, твердотопливные котлы, кто чем топит, это все ну, дорогого стоит.
Давайте я вам сейчас хочу показать с дальнего угла, насколько действительно масштабно. Вот Юрий этот год поигрался с этой фирмой небольшого размера, как он уже сам говорит. И сейчас я приехал для того, чтобы на земельном участке, мы сейчас обсуждаем, составляем проект по изготовлению большого количества бассейнов уже на улице. Потому в другом видео постараюсь вам показать, ну, если Юрий разрешит. Ну, в принципе, здесь ничего военного. То есть аэрация, как я всегда и говорил. Система биофильтрации, как я всегда и говорил. Ультрафиолетовые стерилизаторы рекомендую всегда устанавливать. Качество воды. Видите, вот человек не пожалел, купил у меня ультрафиолеты. И посмотрите, какая вода. Вода реально слеза. Потому что баланс установился с помощью биофильтров. Ультрафиолеты работают в паре. И достигаем мы хороших показателей воды. Конкретно я не делаю часто анализы воды, потому что креветка настолько неубиенная живность, которая не реагирует там, на жесткую воду или наоборот на мягкую воду. Креветки, креветки, креветки. Все в ящиках, в сетке. Ну, я думаю, все понятно. За более детальной информацией, пожалуйста, ко мне обращайтесь. Я уже буду вас детально учить, обучать и подсказывать. Вот еще вот Юрий мне показывает, у него параллельно он занимался и занимается чуть-чуть уже, ну, распродает, заканчивает деятельность по выращиванию улиток. Но сейчас эти улитки, то, что у него осталось, прекрасно идут в корм, в кормовую базу. Вот видите, здесь этих улиток просто миллион. Тоже бесплатная высокопротеиновая кормовая база. Обошли с другой стороны дома. У Юрия за домом в поле высажено будущее лавандовое поле. Тоже очень интересный бизнес. Но человек в этом разбирается, потому я, конечно, на этом бизнесе ничего не знаю. Но так понимаю, что эти кустики должны вырасти через пару лет. Только потом будет супер, супер красиво здесь. Но, видите, у Юрия такой всесторонний бизнес во все направления. Молодец. Друзья, ну вот давайте подытожим сегодняшнюю поездку на креветочную ферму в городе Запорожье. Я остался максимально под впечатлением. Почему? Потому что многие из вас пишут мне, что вот это невыгодно, вот это все не работает и так далее. Может быть, у 99% не работает, но остается 1% людей, у которых бизнес растет. Вы увидели, чего человек начал, к чему человек уже пришел, и через буквально 2-3 недели с нашей помощью он будет еще расширяться и делать в поле пока открытого типа бассейны, потом будет накрывать их в виде теплицы. У человека все получается, я за него очень рад, у него правильный подход, грамотно все расставлено, приоритеты, человек заказывает правильное оборудование, которое еще и помимо того, что работает, мало потребляет электроэнергии. В этом, в частности, наверное, больше моя заслуга, потому что я понимаю, какое оборудование, что как накручивает электроэнергию. Поэтому суммарно, видите, конкретно по клиенту, нашему другу канала Zoocool, все у него идет в плюс, он развивается, он расширяется, поэтому давайте хоть порадуемся за него, что, потому что действительно десятки людей пытаются, пробуют, ну, на выходе ноль. Вот, а сегодня один из тех, у которых все получилось. Оборудование, помощь при подборе этого всего, создание фермы, помогу, расскажу, естественно, ну, это не за 5 минут,
Буду коротенькие такие видосики вставлять на своего канала, ну, на своем канале, на своей мини-ферме у меня на работе. Кстати, поставил я сегодня еще бассейн, потому будут новые выходить мои видосы, тестирование этого всего. Буду все тоже показывать, рассказывать. Подытожим. Поездка получилась, я всем доволен. Оборудование, если кому-то нужно для креветки, пожалуйста, обращайтесь. Все покажем, расскажем, научим. Спасибо за внимание, подписывайтесь на канал и до скорых встреч.